Авчада Балаша Талайер, нашата, что сагат юриштона Зеленая Россия, амалес победы акции Тафалгатым. Шаражита, что Арскаккан, Шанад Арзона, варанта, ама экологии министра Архайнс, студента, ама Уолам Хашана, Ахурада, центр Ахурзаута. Заудикау, нашата, что аж штай Талай, Тагар, Каржама, Туз, Балашта. Нормал Алфажан, дышты. Терче Болгарон. Ахам кушканынс республикай район тадар. Ум ахушканынс бархи он тадар. Ожарду нырлаун канзыштам акции Лес Победы. У мышанама номара нажа шайрагама ахшчаг мазалтаю. Зеленая Россия патораши он жиу фалгата агаш баштай нышацышты балашты салдар Милуан Талай. Фару наш сагат ирештуны нышахтуй дуамин Талай. Для экологии, конечно, в первую очередь имеет огромное значение, то есть резко по республике, вот в рамках даже одной акции увеличивается количество зеленых деревьев. Также мы данной акции хотим еще и привлечь общее внимание к тем экологическим вопросам, которые в республике есть и в решении которых может принять участие абсолютно каждый. Мы государственное бюджетное учреждение, которое имеет три направления, естественно, научное, техническое и художественное. И мы здесь сегодня по естественно-научному направлению, экологи-биологическое направление. И сегодня мы в рамках Всероссийского движения «Зеленая Россия» мы участвуем вместе с детками, с нашими воспитанниками, мы участвуем в акции «Посади лес победы». И сегодня мы здесь, и дети сегодня своим трудом, своим участием показали, что они никого не забыли и ничто не забыли.